Относительно картины поклонения младенцу споры не утихают. Имеется по крайней мере три ее версии, и все они, скорее всего, копии утраченной работы. Самой качественной является копия, которая хранится в музее Вальрафа Рихардса в Кёльне. Долгое время вообще считалось, на основании стилистических особенностей, что это оригинальная работа Иеронима Босха примерно 1485 года. И она просто, возможно, была завершена другим мастером. Но дендрохронологические исследования доказали, что это полотно было написано после 1568 года, почти через 50 лет спустя смерти художника. Работа была, вероятно, частью коллекции Фердинанда Франца Вальрафа, которую он завещал городу Кёльн в 1824 году. Еще одна копия выставлена в Королевском музее изящных искусств в Брюсселе. И еще одна – музея Северного Брабанта в родном городе Босха Хертогенбосе. Но здешний вариант даже не совсем копия, скорее работа по мотивам. На картине изображен эпизод непосредственно после рождения Иисуса. Иосиф и Мария, его родители, склонились над младенцем, который лежит в каменном яслях. Дело происходит в хлеву, как известно. Таинство совершалось в присутствии обитавших там же вола и ослицы, которых мы тоже видим. Из-за занавеса подглядывает, скорее всего, один из работников, трудившихся в хлеву. В руках у него какой-то инструмент. Слева, в верхнем углу, пастухи у костра, которые скоро придут новорожденному поклониться первыми, раньше волхов. Известит их о рождении Христа лично ангел небесный. Он уже летит к ним в правом углу. Чуть ниже сидит сорока, символ любопытства и болтливости. Это знак того, что весть о рождении должна быстро распространяться по всему миру. Младенец помещен на стебле кукурузы. Это считают намеком на название города, где произошло событие – Вифлеем, дом хлеба.